Вот и вечереет в селе. Вы знаете, сегодня что нас поразило? Сейчас Витя там прибирается во дворе, то веничком, то-то-то-то. Витя любит такое дело, чем может, тем и помогает. Я только с кухни вышла, говорю, Светик, дай мне 10 минут подышать свежим повитрем. Тут такой хороший воздух. О чем это я? О том, что я вышла на улицу, а здесь такая тишина. Ребята, движения машин-то нет. Все тихо, настолько тихо. Только петушки, курочки ко-ко-ко, петушок где-то кукукнет, где-то коровка мукнет. Короче, тишина уникальная просто. Что значит нет движения техники, машин, лифта, каких-то там, ну, как городской шум, знаете, он же очень отличается от сельского. И здесь так легко дышится, просто уникально. Курки ходят по огороду, огород чистехонький, все убрано. Подружка была с нами, посидела, кофе попили, пироженки поели. Я привезла заварнушки с белковым кремом. Они действительно настолько вкусные, нельзя остановиться. Света говорит, Лена, убирай, убирай, бо я уже лопну. Короче, пообщались, полялякались подарочками, поделились. Я рада ее была так видеть, Лиза, наша подружка. Она мне тоже как сестра такая, такой человек доброй души. Сын и Лизунька, муж воюет. Вот, побежала коровку подоить. А мы сидим, ждем, пока доварится картошечка. Сейчас будем пюрешку мять. Люди на полях работают. Надо им передать покушать, покормить бригаду. А потом и муж Светин придет. Поужинаем и ложимся отдыхать. Холодец уже разлили. Вон коровки вдалеке идут. Завтра будем делать тортик, поставим сейчас компот вариться. Вот. И в воскресенье у Катюшки день народжения. Завтра будем готовиться, готовиться, готовиться. А в воскресенье к обеду придут люди, и будем мы с ними общаться, встречаться, поздравляться. Курки вон такие красивые. Такая тишина, просто прелесть. Песик Барбоскин. Песик. Помните, мы ходили в позапрошлом году искать грибы туда далеко-далеко. И он с нами шел долго. Я говорю, боже, хоть бы не потерялся. А он за ногами идет, идет, идет. Да, Барбосик? Ты мой Барбосик. Что-то я котов не видела. Где они есть? То всегда гоняют по двору. А что-то не видно. Надо у Светы спросить, где котяшки. Их было тут много. Сейчас подружайка наша придет, молочко доит. Я говорю, возьми с собой Витю. Да нехай выдыхай, я сама. А виноград какой. Це Молдова, очень плотный виноград. Это оставили покушать. Но он еще, как понимаете, Молдова, он очень еще рано его рвать. Вкусный. Вон такие грозди. Громкие, крупные. Кисловатый. Ему надо еще долго вызревать. Красавец. В норках попрятался. Туманом. Видите, как туманом припал. Красота. Только поговорила за кошечку, вон она и пришла. Кс-кс. Кись. Кс-кс-кс-кс. Ты девочка? Ты малышка, цыганочка. Ты такая малышка. Что там мой малыш дома? Надо Вике позвонить, узнать. Кися, малыш, малыш хороший. Да, поправился такой себе котяра. Они же были маленькими, вот когда мы приезжали. Классный. Процесс пошел. Первая красотка. А тут пасутся стадо. Овечек. И собачки надо, и кошки надо. Наша вітання. Процес іде. А як же? Не дают вам дети.
Я ж вам дала по крылышку, дала. Еще. Кушонкает. Лиза даже не могу, и так делится. Скажи, что ж я зря защищаю, тут вообще двор. Ага, дадут они ему. Прибежали все. Вы наелись уже? А у меня нету ничего. Там у стола и черненькая, и рыженькая. Рыженькая чужая приходит на завтрак. Тут драка была. Собачка накинулась на чужую кошку. Подрала ее, та улетела. Защищает двор. Я все забываю. Лизунь, как его зовут? Я все забываю. Дружок? Не. Малыш? Не. Собаку? Да. Не, не знаю. Как-то Света вчера и сказала. У нас на работе Миша на мини. Ну туда. Западенець. І п'яненький сидить, а хлопці собі вкладають там пес, сука там, кабель там. Міша, а у вас як? Кажу там пес чи сука. Ні. Просто пес. Що сука, що просто пес. Всем доброе утро, ребятки. Вот так вот утро начинается в селе. Уже работа кипит полным ходом. Там разбирают еще качечки. И еще две запарили. Закипятили водичку, понимаете, да? Они себе мочатся. Вот, сейчас еще две пощипаем. Вот, потом буду заниматься тортиком. Света сбегает. Ой, какая там лежит большая корова. Пойти бы туда, но мы потом до Лизы входим, сходим в гости, подружка Лиза, и у нее такие большие подверья, и мы будем там делать, я хочу поснимать, там телятки молоденькие стоят, свинки тоже, короче, и там еще покажу вам. Сегодня будет хороший день, во-первых, солнце, во-вторых, ветерок такой легкий, но он такой ласковый. Короче, если вчера к вечеру уже такой пустился хороший ветер, то сейчас ветер только-только начинается. Короче, кофейку попили с бутербродиком и налетели все животные во двор. Запах они сразу чуют. Ну, короче, качечки. Разбираем качечки. Разбор качок. Все, что будет интересное, все будет на видео, ребята. Немного сумбурно получается, я извиняюсь дико. Ну, как есть, знаете, как в селе, о, то голуби, я думаю, что-то серенькое ходит, голуби ходят. Я тут по дороге, когда гуляла, ходила в детстве, я боялась сильно индюков. Они на меня нападали, вот этими своими бородами махали, гоняли за мной, я их ненавидела. А сейчас тут индюков, смотрю, мало. Курочки, уточки, качечки, индокачечки. А индюки есть, но как-то я не видела по улице гуляющих. А раньше в детстве, боже, нельзя было по дороге пройти. Просто закидывались. Особенно если я ярко была одета. Ярко одета была. Я любила всегда с блесточками, с яркими какими-то вызерунками. Короче, детинство, детинство. Всю ночь прошла великолепно. Выспались как младенцы. Душек приняли и вперед за работу. Вот так. А я? Тільки так. Тут ноги кормят, руки кормят. В селе только так.